меня один. Smutek z powodu rozstania oraz głębokie wzruszenie. Bo jak się nie wzruszyć, gdy tak wiele matek i ojców opłakuje śmierć polskiej ziemi zmierzających do Katynia, naszych zmarłych braci i siostry i otoczył opieką ich wspaniałe dzieła. Сегодня мы еще и еще раз произносим слова искреннего соболезнования родным, близким, друзьям, всему польскому народу. Поляки с достоинством и честью пережили эту огромную трагедию, это наша общая трагедия. Жители Польши действительно мужественный народ. Была проведена большая работа, чтобы установить причины и обстоятельства катастрофы. Польские и российские специалисты действовали согласованно вместе с тем, чтобы профессионально и досконально ответить на те вопросы, которые интересовало общество. Я считаю, что только так, действуя вместе, протягивая руку дружбы и помощи в трудные минуты, нам следует двигаться вперед. Да, надо признать, что история взаимоотношений России и Польши была не безоблачной. Были и остаются и взаимные обиды, взаимные упреки. Есть так называемые сложные страницы нашей общей истории. Но я уверен в том, что два великих славянских народа имеют все возможности сотрудничать, развивать добрососедство, развивать партнерство. Во всяком случае, мы, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, будем все для этого делать ради мира, ради дружбы и согласия, ради процветания наших стран и наших народов.